Тем временем россияне фиксируют повышение цен на различные товары на фоне политических событий. Линчане сегодня заметили повышение цены на хлеб. Цену на хлебобулочные изделия один из местных производителей за минувшие сутки поднял на 4 рубля. В других магазинах покупатели заметили рост цен на сахар. Правительство республики призывает якутян сообщать о фактах завышения цен на социально значимые продовольственные товары. С перечнем товаров можно ознакомиться на сайте Госкомцен. Сейчас Государственный комитет по ценовой политике республики проводит контроль и мониторинг цен по основным продовольственным товарам. В случае нарушений в отношении недобросовестных продавцов могут применить административные меры наказания. Предупреждение и штрафы от 50 000 рублей и выше, в зависимости от излишне полученной выручки.